пятом классе в руки Михаила Савина попала книга известного советского и российского историка Юрия Емельянова «Сталин. Путь к власти». Она-то и открыла мальчику дверь в увлекательный и неизведанный мир истории. После школы Михаил поступил на исторический факультет Нижегородского университета, окончив который, вернулся в родной город и пополнил педагогический коллектив Саровского политехникума. Преподавание истории в современное время, оно всегда чем мы сталкиваемся, с тем, что очень большая противоречивость оценок. И наша задача не только донести до учащихся эту оценку, а еще сделать так, чтобы они научились думать, то есть чтобы они принимали ту или иную сторону в зависимости от их взглядов и убеждений. История, политология, обществознание и основы философии – все эти предметы Михаил Савин преподает своим студентам, а в свободное от занятий время занимается воспитательной работой. Под его руководством в техникуме действуют местные организации, «Волонтеры Победы» и работает музейное объединение «Поколение ЗАТО». Это большая патриотическая работа. Мы стараемся прививать нашим студентам связь поколений, очень сильно связь поколений. То есть именно методом общения с людьми старшего возраста как пример жизни, да. Михаил Савин успевает преподавать социально-гуманитарные дисциплины у 11 групп, курировать курс техников-электриков и проводить воспитательную работу в СПТ. Параллельно преподаватель истории пишет статьи, участвует в конференциях, занимается исследовательской деятельностью и готовится к написанию диссертации. Новость о том, что его фамилия вошла в список грантополучателей этого года, была неожиданной. Но всегда приятно, когда твою работу отмечают на таком высоком уровне. Приятно тем, что городская власть, общественность, она оценивает труд, оценивает возможности людей и поощряет их в соответствии со своими возможностями уже. Сегодня Михаил Савин вместе со своими студентами собирает интересные факты и архивные документы об истории Саровского политехникума. Благодаря этой непростой и кропотливой работе уже к концу ноября на свет появится книга о преподавателях и мастерах производственного обучения. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.